В Индонезии полиэтиленовые пакеты стали платными. Власти пошли на такой шаг, чтобы уменьшить бесконтрольное использование главной потребительской тары, которая загрязняет окружающую среду. По мнению местных экологов, для продуктов питания, помимо полиэтилена, можно использовать картонную и бумажную упаковку. Индонезийцы потихоньку привыкают к переменам в супермаркетах. С февраля местные покупатели платят не только за купленные продукты, но и за пакеты, в которых их складывают. Нет, это не гипермаркеты пытаются таким способом увеличить прибыль. Это часть общенациональной кампании по сокращению использования вредных полиэтиленовых пакетов. Согласно исследованию Министерства окружающей среды Индонезии, каждую минуту граждане страны используют около миллиона пластиковых пакетов. Именно такая статистика подтолкнула власти обязать магазины взимать плату за каждый полиэтиленовый пакет. Мы хотим, чтобы наши клиенты заботились об окружающей среде. И когда они осознают, насколько это важно быть дружелюбным к природе, они не будут против платить по 1,5 цента за пластиковые пакеты. Этим не преминули воспользоваться компании, производящие экологически чистые сумки. NV-Plast – один из них. Компания производит пакеты из муки маниоки и растительного масла. По словам директора NV-Plast, их сумки разлагаются в течение 2-3 месяцев в естественных условиях, в то время как обычные пластиковые пакеты – веками и наносят огромный вред окружающей среде. Мы используем различные технологии, чтобы сумка NV-Plast могла легко разлагаться. Обычные пакеты разлагаются очень долго, в земле или в воде, даже несмотря на помощь микроорганизмов. А наш пакет NV-Plast безопасный, он даже съедобный для животных. В прошлом наши предки обходились без пластиковых пакетов. Они складывали вещи в бумагу или листья. По мнению экологов, сделать полиэтиленовые пакеты платными – это хорошая идея и только стартовая точка. Чтобы сказать «нет» пластику окончательно, предстоит еще многое сделать. Правительство должно принять решительные меры, чтобы наложить мораторий на использование пластиковых пакетов, потому что они опасны и могут в конечном итоге уничтожить нашу планету. Мы должны найти замену этим пакетам. Можно делать их из бумаги или других быстро разлагающихся безопасных материалов. Полиэтиленовые пакеты появились в середине 50-х годов в Америке и сразу же завоевали огромную популярность. Сегодня ежегодно во всем мире используется до 4 триллионов таких пакетов. Они убивают миллионы птиц, сотни тысяч морских млекопитающих и неисчисляемые косяки рыб. Асем Хасенқызы, Бекболат Турмаханов, 24 KZ.